Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как на смартфоне LG K42 обезопасить его паролем блокировки. Для начала разблокируем наше устройство и заходим в настройки. Здесь мы листаем чуть ниже и входим в подпункт «Экран блокировки и безопасности». Далее видим, что у нас способ блокировки экрана – это провести пальцем. Жмем сюда, дабы его настроить. И видим, что мы можем вообще убрать, да, экран блокировки. Можем вот провести пальцем, то есть тоже никакой безопасности оно не дает. Можем создать графический ключ, пин-код, либо же пароль. Давайте создадим пин-код. Указываем пин-код. И жмем ОК. Подтверждаем его. Снова жмем ОК. И видим, что пароль был успешно изменен. Здесь мы также можем настроить уведомления, то есть будут ли они показываться на заблокированном экране, либо же не будут. Жмем «Применить» и давайте проверим, как это все будет работать. Вот мы разблокируем наше устройство, проводим вверх, и у нас запрашивается пин-код. Мы его вписываем, и наш смартфон успешно разблокируется. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!